Всем привет! Сегодня у нас посылочка из Китая. И я не знаю, что здесь. Вообще не знаю. Посылок очень-очень много идет. По-моему, вот, по моим ощущениям, здесь временная татуировка. Потому что, во-первых, малый вес. Что-то там, сейчас скажу сколько. Так, 14 грамм и оценено в доллар. В 1 доллар. Так. Мне бы скрыть бы как-то бы нормально, чтобы не повредить там ничего. Сейчас, если это... Это что там? А, нет. Вот такой вот клевенький кулончик у нас. Гитара. Заказывал для себя. Так шел 25 дней, наверное, не больше, не меньше. Около 25 дней. Цена что-то вообще маленькая, 89 центов. Вот такой вот клевенький кулончик, он мне уже нравится. Металлическая гитарка, вот такая вот гитарка, вообще супер. Так, трек у нас не отслеживался, его просто-напросто не было, ну потому что нету резона продавцу давать трек на дешевую вещь. Это вполне себе нормально. Так, с продавцом я общался, потому что я говорил, когда отправите, все такое, в общем. Он говорил, отправлю через 2-3 дня, все окей будет. Ну вот, как и обещал, в принципе, отправил, все хорошо. Вот такая вот у нас ниточка. Прицепляется, значит, у нас гитара. Вот такой у нас кулончик, значит, получился вместе с этой ниточкой. В принципе, уже примерил, так прикольненько смотрится. Сейчас вам продемонстрируем. Пришлось отключить камеру, закончилась у меня память. Не поножда к золотуха. Кончается или батарейка, или память. Всегда так. И слушайте, клевая вещь. Обязательно ссылочку оставлю. Заказывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот такая вот вещичка пришла. Где? Вот. Такая крутая гитарка. Так что всем заказывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.